Плюс две награды белорусов на чемпионате Европы по легкой атлетике. Две бронзы завоевали наши спортсмены поздно вечером. Сначала Алена Дубицкая выиграла медаль в толкании ядра. Белоруска показала результат 18 метров 81 сантиметр. А чуть позже десятиборец Виталий Жук благодаря сверхуспешному выступлению в среду с 9-го места после 5 видов программы смог переместиться на итоговую 3-ю строчку. Таким образом, у сборной Беларуси теперь 3 медали на чемпионате Европы.